Друзья, сегодня я вам хочу порекомендовать очень интересное программное обеспечение, которое поможет вам решить проблемы с удалением Apple ID, отвязки устройства от оператора, удаление 4- или 6-значного пароля, Face ID, Touch ID, как понимаете, и многое другое. Досмотрите видео до конца, будет полезным. Добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. Ситуации бывают разные. Может быть, вы разбили экран, вы не можете получить доступ к устройству, но вам нужно отвязать этот пароль, чтобы вытащить какие-то данные. Либо же вы купили устройство, которое заблокировано по оператору американскому, либо же вы забыли Apple ID, не можете вспомнить пароль. Поэтому, опять же, это программное обеспечение поможет вам решить эти нюансы. Это касается iPhone, iPad, iPod Touch устройств, TVOS то же самое. Давайте же перейдем к этому программному обеспечению, ознакомимся и в дальнейшем уже приступим к примеру и демонстрации. И вот, друзья, давайте мы же перейдем на сайт и на Share4UK. Разблокировка экрана iPhone и MDM за считанные минуты. Удаление 4- или 6-значного пароля Touch ID, Face ID, iPhone, iPad, iPod Touch. Сброс пароля, экранного пароля, времени, секунды. Обойти MDM экран и удалить профиль MDM. Удалить Apple ID с iPhone, iPad без пароля. Исправление отключения iPhone, iPad, iPod Touch без iTunes или iCloud, полностью совместим с последними версиями iOS, iPadOS, iOS 15, iPhone и 13, и также другие новые. Все, полезная информация вы здесь найдете на сайте. Все, что будет интересно, вы можете прекрасно сами ознакомиться. Приступаем к тому, что мы откроем нашу программку. Вот мы видим то, что есть три пункта. Разблокировка Apple ID, удаление экранного пароля, то, что у нас касается 4-значный, 6-значный, Touch ID, Face ID и так далее. И обойти MDM. MDM — это отвязка от оператора. Давайте мы начнем с того, что мы удалим конкретно по экранному паролю все, что нам здесь говорится, то есть нужно сделать резервную копию, то есть или будут удалены все данные. Вот, нажмем, подключим наше устройство. Вот, нас просят войти в режим восстановления. Для каждого устройства здесь описано, как в принципе зайти. Определяем наше устройство, входим в режим восстановления. Ввели наш телефончик в режим восстановления. Нам нужно накатить прошивочку. Прошивочка скачивается, авторизируется и проходит удаление телефона. После того, как наш телефон успешно удалился, мы его можем активировать и использовать как новое устройство. А также по всем тем двум пунктам удаления Apple ID и обойти MDM. Все точно так же работает. Подключаем устройство, вводим в режим восстановления, накатываем прошивочку и идет отвязка устройства. Ничего сложного, буквально в пару кликов ждем и получаем результат. И все, друзья, скажите сами, полезна ли эта программа. Если будут какие-то вопросы, конечно же, обращайтесь. Не забывайте то, что есть промокод с 30% скидкой, который вы видите, можете его использовать. И все полезные ссылки вы найдете в описании и закрепленном комментарии. Дальше больше, скоро увидимся.